Лучшие фотоработы в Болгарском культурном центре. В пятницу открылась выставка-конкурс «Снимок года-2018». Это ежегодное мероприятие, которое проводится уже 18-й раз. Десятки конкурсантов, лучших одесских фотографов Одессы и региона выставили на обозрение 90 наиболее успешных работ. Ограничений по тематике никаких. От урбанистических и природных пейзажей до социальной тематики в стиле арт-хаус. Все жанры, кроме скучных, хороши. Поэтому тема свободная, технология свободная. Кто работает с пленкой, может сделать пленочные. Кто работает с цифрой, делает цифровые. Портрет, натюрморт, пейзаж. Все, что интересно, все берем. В этом году победителем стал одесский фотограф Дмитрий Баев. Он представил работу «Портрет Кати». Катя – одесская фотомодель. Девушка была представлена сразу на нескольких фотографиях в рамках выставки конкурса. Дмитрий уверяет, даже не рассчитывал, что снимок получится столь эффектным. У нас была идея снять определенную фотографию. Конечно, не получилось. Получилось совсем другое, потому что на 100% спрогнозировать и спланировать фотосъемку практически невозможно. Это простой портрет, студийный, вот, но, скорее всего, он берет тем, что он получился под, как всегда, самые лучшие фотографии бывают под конец фотосъемки. И я считаю, что все-таки удалось достучаться Кате, ее раскрыть и войти, наверное, в какой-то своеобразный резонанс, да, с моделью.